Привет, ребятушки, с вами Женек. Мы вновь встретились в мире Варкрафта на классике. И мы сейчас, возможно, увидим турбозамес между Альянсом и Ордой. Просто мега-эпический батл. Просто мега-батальная сцена, ребята. Смотрим. Так, чуваки, приближаюсь к месту батла, место батальной сцены. Ой, тут великаны. Кстати, я тут очень-очень редко качался. Так, вон уже первые шестидесятники. Что-то мало их. А, не-не-не-не, о! 53. А, это обычно, это мобики эти. Так, где там чувачки? Вон, Амадеус. Нет, это не Амадеус. Где он? О! Все, прискакали, и что тут, где за... О! А, во, понятно, все. Азуригос этот. Ну вот, его катает Орда, а тут где-то Альянс. Вон, Альянс притаился, смотрите, гномики всякие жесткие. Ой-ой-ой, надо к своим поближе держаться. Ну, меня тут, в принципе, что тут, одни шестидесятки, а я 40 какой, 7-й. Ну, вот это жестко, смотрите, какой это. По той стороне Аллы. Ну, вот разве вот это вот не делать сервак живым? Вот это вот такая эпичная батальная сцена. Смотрите, вообще это супер просто. А вон босс. Босс так вольготно расхаживает. Жесть, сколько народу. Так, у меня чуваки спрашивали, сколько на сервере народа. В данный момент 6700. Ну, где-то 6 косарей, 7 косарей. Вот так. Ой, меня сагился этот бомж. Ай-яй-яй, тагрите его от меня, пожалуйста, ребятушки. Вот все шестидесятки. Во-во, все, видите, пошел Альянс. Маслаться. Вон, война вовсю. Ради вот этого босса. Ай! Ой-ой-ой, смотрите, что там. Сейчас краем глаза заценим. Но меня кто-нибудь бомж чаржится, и я свижу. Так что надо аккуратно. Видите, в ловушке тут. Всякие в новые чуваки. Кто там что за кастовый? И вот хотят убить босса. Ну как только Орда начнет босса гасить, то сразу Альянс. Вон кто-то уже подбухивает, видите? Опьяневший уже. Ну а что тут батальная такая сцена? Чувак пишет, Модеуса олени поснимать. Но главное, чтобы меня какой-нибудь бомж не сагрил. Какой-нибудь варчи жнется. Сейчас я сейчас себя чувствую этим оператором фронтовым на войне. Во-во-во, кого-то минусует уже. Во-во, пошло дело. Все, смотрите, Орда пошла. Ломит. Во-во-во, наяривают. Так. Смотрим. Во, вообще их под шконку загнали. Смотрите, болты туда. Давайте, мужики. Тихо, главное не разбиться, нормально. Во-во-во-во, пошло, смотрите. К самому вот этому морю сейчас заткнем. Ха-ха, весело. Конечно, реалмы ПВП рулят. Это да. Вот, смотрите, вообще на самый берег. Они там уже спасаются, вот смотрите, бедолаги. Под шконку. Может, чижнуться в кого? Там шестидесятки, походу. Да, шестидесятки все. Крутяк. О, смотри, вообще топится уже. Блин, я с маунта сел. А там какие-то крабы ползают. Вот это жесть. И сзади вон Орда еще. Ах, там кто? Олени дохлые. Жесть, смотрите, четворица, аквапарк. И все прыгают, смотрите, тык, как гирлянды какие-то. Знаете, что я сделаю? Гоголь-моголь выпью. А, нет, скелетиком не хочу быть. Маленьким хочу. О, маленьким скелетиком, нормально. Вообще под шканарь загнали. Смотрите, какое-то фаллическое строение. А вон еще этот Левиафан с доты первый.
Так что, они их под шканаль загнали, что ли? Прикольно. Ну жестко. Крутяк. Вообще выгнали их с локации. Смотрите, вот так взяли, отогнали, и сейчас, скорее всего, на босса пойдет. Ну весело, весело. И все гурьбой такие. Эпично, эпично. А вот, вот, босс это дракончик. И сейчас орда будет его гасить. Но где-то скрылся враждебный альянс. Смотрите, дракон гасит и гасится. О, 550, сколько у него? Раз, 98% сняли. Ну, смотрите, видите, гасит дракона. Ну, я сейчас буду как это, блин, что он, со мной сделал. А, как командир буду здесь стоять. На горочке. Давай, давай, давай. А, давай! Что он взяла? О! Буду выпаливать. Блин, вдруг алы придут меня выбить. Не-не-не, я лучше к своим. Блин, ну же дракон, конечно, жесткий. Смотрите, стрела как бы втыркнута. Так, вот, замес по шнега. Блин, как-то он приманивает к себе, притягивает. Валит драк так. 81% сняли. 81. Fire spell. А где альянс-то? Где движуха? Неужели слились пацаны из альянса? Сейчас позырим. Вот из этого косогора. Ну давайте, в сыны альянса. Где же? Блин? А не, вот, смотрите, смотрите. Вот он, альянс-то. Альянс. Пошел. Сейчас поближе надо, поближе к замесу. Во-во-во, смотрите. Прямо не в тыл, а как это называют, в боковину эту. Не тыл, блин, забыл слово. Фланг, во фланг ударили. Ну да, видите, вот меньше 20%. И вон алиалы там, штых-тых-пых. А-а-а, не-не-не, блин, в ногу попал. Стой, не-не-не, с маунта главное. Главное с маунта не сладить. Все будет нормально. 17%. Все, уже альянсы. Уже альянсеры здесь. Блин. Опять притянули. Что-то альянс. Не, нифига. 16%. Посмотрите, чувак на птичке. А что это он тут как там-то? Прикольно. Баг, что ли? 15%. Не, загасит, загасит. Вон алы. Ух ты. Не, они вон режут в тылах. Вон там что-то. Дебош устраивает. А у дракона? У дракона 14%. Блин, у меня хп мало. Надо как-то зареги. Блин, тихо, тихо, тихо. Блин, я еще и в комбате. Сейчас из комбата выйду, надо похилиться. Винтами. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо. Ой, ой, уже альянс здесь на пороге. Вот это жесть. Дракоша. 11%. 10%. А вот это вот дура. Блин, убила. Говнючка. Ай, чуваки. Эх, жалко такая. 8%. Молодцы. Орда убила дракошку. Ништяк. Ништяк. Вот он, бедолага. Махина какая. Все. Конец замесу. Вот такой был небольшой замес, который, к сожалению, я не сначала застал, но какой-то частью ловил, ребята. Так что, что есть, то есть. Да, вот это классно. Вот, видите, чуваки, вот подобные вещи все-таки
они как-то оживляют сервер, что все-таки дух войны присутствует. Противостояние между Орды и Альянсом. Так что так, ребята. Все, ребята, желаю вам счастья, здоровья. Нагибайте. Будь хоть вы за Орду играете или за Альянс. Ведите свою фракцию к победе. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, ребята.